Друзья, всем привет! Но только не говорите, что вы не хотите узнать, где находится парк имени Юрия Михайловича Лужкова. Я к нему всегда относился хорошо, я постоянен в своих политических взглядах, может быть, это и плохо. В этом коротком выпуске я покатаюсь по этому замечательному крошечному парку. У него, кстати, не очень хорошее соседство. Находится он на Каширском шоссе, совсем рядом с метро «Каширская». Соседство не очень хорошее, это один из самых крупных онкологических центров. И здесь, как говорят местные, на этой территории из-за излучения нельзя строить жилые дома. Но сделали парк, в котором можно гулять. В парке есть детские площадки, велосипедные дорожки, прокат самокатов, достаточно красиво и впереди танцующие фонтаны. Несколько кофеен с уютными креслами, лавочки, много зелени. И вот такие замечательные фонтаны, особенно в жару, хорошо по ним проехаться. Ну и сейчас доеду, покажу, где он начинается. Парк совсем небольшой, и, конечно, это большая радость для местных жителей.